Orașul Cimișlia pentru două zile, 9 și 10 aprilie, va găzdui un turneu al circului și pitoc Crocus. Sub o cupolă de circ improvizate, în centrul orașului Cimișlia, copiii se vor simți la o prezentare adevărată cu animale exotice, jonglori, clovni și alte farmece ale circului. În prezent decurg pregătirile pentru prezentare. Шипито – это шатер очень красивый, который сейчас стоит в центре вашего города. Крокус, циркус – это всегда качественные цирковые программы. Дело в том, что мы, как дирекция, не первый раз в вашем городе, но программы обязательно привозим разные. Привозим совершенно других артистов и совершенно других зверей. В этот раз мы покажем удивительную программу, которая будет продолжаться целых 2 часа. За 2 часа нам есть что показать, а вам, всем зрителям, есть на что посмотреть. В этой программе, конечно же, присутствуют в первую очередь, как в настоящем цирке, животные. Много разных зверюшек, которые с удовольствием покажут свое искусство местной публике. Это и хорьки, и насухи, дикобраз, совершенно великолепный колючий зверек, который на самом деле очень ласковый, несмотря на колючки. У нас много разнообразных других животных. Есть песец, есть лисичка. Много чего нужно прийти и посмотреть с большим удовольствием. У нас есть кошачьи, настоящие кошки, которые представляют собой и домашние породы, и дикие породы. Есть совершенно разные, есть и хищные, есть и обычные. И, конечно же, собаки. Собаки – друзья человека. Но у нас сенбернары – очень большие собаки. Их 8 штук, и они с удовольствием покажут то, что они умеют. Наверное, местным маленьким дрессировщикам будет какой взять пример, чтобы дрессировать своих домашних питомцев. И, конечно же, как в каждом цирке, есть клоуны. У нас есть воздушные гимнасты с удовольствием, выполняющие те трюки, которые можно сделать только в воздухе. Конечно же, есть партерные гимнасты, есть акробатика, жонглирование и эквилибр. То есть все цирковые жанры циркового искусства будут представлены в нашей программе. За 2 часа будет много интересного. И, конечно же, в дополнение смельчакам за небольшую плату можно будет попробовать во время антракта подняться под самый купол цирка, испытать ощущение, что чувствуют воздушные гимнасты в настоящем цирке. Конечно же, за другую плату можно будет сфотографироваться с некоторыми животными в обнимку с большой собакой, например, или с дикобразом. Это тоже интересно. Такое фото на долгие годы украсит ваш семейный альбом, ну, чтобы потом вспоминать, как было здорово, как было весело. Представления пройдут в субботу и воскресенье. В субботу в 15 часов, а в воскресенье в 12 часов. Так что на любой вкус, на любой цвет, на любую занятость вашего населения. Вы работаете в будни, а мы работаем, чтобы вы отдохнули. Приходите к нам отдыхать, улыбайтесь, смейтесь, мы вам очень рады. Circa 400 de locuri sub cupola improvizate sunt puse la dispoziția amatorilor de circ. Un bilet de la 80 până la 120 de lei le va permite vizitatorilor să trăiască 2 ore de zâmbet și emoții pozitive. O parte din copiii din familii social vulnerabile selectate de primăria Cimișlia vor vizita circul gratis.